Yeah, do me. Зои? Зои, я... сейчас. У нас нет времени. У тебя оба ингредиента. Быстрее, дай мне ингредиенты. Они у меня. Этого же хватит, да? Если только поторопимся. Отец Лукаса недалеко. Он идет. Папочка идет. Хорошо, на две порции хватит. Сделаем сыворотку, а дальше что? Снаружи лодка, переплывем болото. Но без сыворотки мы далеко не уйдем. Эй, одна из них моя! Джой, подними задницу и марш домой! Сначала ты крадешь у меня мою дочь, мою дочь-кровь. А теперь еще и уши. Кровью загнёшься, иди!
пожалеешь, что родился на этом свете. Теперь я видел все. Итан, сюда! Что? Уже уходишь? Дай ему сыворотку! Хочешь, чтобы я его вылечил? Ты в порядке? Да. Идем, Нина ждет. Одну использовал. И одна осталась. Только одна? Но не может быть такого. И что же нам делать? Нет! Мне очень жаль, правда. Но Зои сможет вывести нас двоих. А потом я вернусь за тобой. Уходи! И слышать не хочу. Уходи! Мия! Уходи! А я останусь здесь. С ней. Не говори ерунды. Забудь. Дело еще не сделано. Я пришлю помощь. Спасибо. Поверить не могу в твой выбор. Состояние Мии никуда не годится. А вот мы, может, и выберемся. Наверное. Я хочу во всем разобраться.
начиная с Мии. Мия пришла сюда с Эвелиной. Так все и началось. Эвелина, та девочка. Я знал, что Мия что-то скрывает. Вот. На нем приплыли Мия и Эвелина. Что за... На нем? Нужно взглянуть. Ни за что туда не вернусь. Мне надо знать, что задумала Мия. Какого черта? Это она. Она хочет, чтобы мы остались. Нет, нет. Зои. Эви, прошу. Зои. Эви. Я Зои! Обещаю. Зои! Воу! Блядь!